Железнодорожной станции Расторгуева инспекторами территориального отдела номер 25 Госатомтехнадзора Московской области был проведен осмотр территорий общего пользования, расположенных вдоль железнодорожных путей. В результате осмотра территории был выявлен многочисленный навал мусора, за который предусмотрена административная ответственность. Ответственность ложится на собственника земельного участка. В данном случае будет выясняться собственник, это либо ЖД, либо муниципальный, либо территория относится к муниципальному образованию. В итоге будет назначен административный штраф за данное правонарушение. Рейды сотрудников Госатомтехнадзора в этой части города проходят ежемесячно. За многочисленные нарушения в сфере чистоты и порядка были наложены штрафы на ОАО «Российские железные дороги». На РЖД, кроме как и наличие навалов мусора, еще в зимнее время привлекалась данная организация за надлежащую уборку, зимнюю уборку территории, а также за надлежащее содержание фасадов зданий и сооружений, в том числе и пешеходного моста, который расположен над железнодорожным путем. То есть здесь чисто практически никогда не было? Очень редко. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, «Видное ТВ».